Всем здорово, ребят! Ну что, у нас сегодня мега-эпический выпуск без доната на немецком сервере. Сейчас я пройду по темке, вы поймете для чего. Я, честно говоря, охреневаю. Насколько здесь все проще. Я здесь практически не играю. Вот это сегодня часа 2-3 местами задрочу для того, чтобы пройти подземки, там некоторые локации, чтобы зафармить самоцветы. Для чего, сейчас вы увидите. Это просто жесть полная. Я уже вам показывал, я хотел собрать здесь розу. Я собрал 150 осколков за 2400 самым. 150 осколков, ребят, за 2400 с пирата. И этот пират у нас сегодня открылся. Я один раз уже его юзнул. Сейчас я пройду подземки, да получу самики. И мы с вами попробуем опять же заюзать, словить розу опять. Мешки. Но это не все. Сейчас вы увидите, какие плюхи я получил. Ну, по сути, за 20 минут игры. На немецком сервере. Это просто жесть. Тут такой аккаунт уже, сарделька просто отдыхает, честно говоря. Потом сколько нам еще надо пройти? Три подземки. Поехали. Дофармим три подземки и будет, ребята, мега трэш. Так, где-то здесь одну пропустил. Махатма тут вообще просто творит чудеса. Нереальная просто бабуля. Так, раз. Так, с разных сторон повыпускаю, чтобы быстрее это все было дело. Ну, подземки, как видите, фармятся очень быстро. Это первые обычные. Тут нечего, по сути, фармить. Но самики за них можно тоже нормально получить. Так, отлично. Есть. Есть, поехали. Собрать, забрать. 1269 самоцветов. А теперь внимание, смотрите, какие плюхи я вчера забрал за 1200 самов. Я охренел, ребят. Это просто жесть. Два мешка огника. Вторых, я думал, что будет два мешка розы, я на них надеялся. 100к кулаков с настолки. Это просто офигеть. Плюс еще кучу топовых плюх, как видите. Ну, что еще надо? Вот еще плюшки у нас остались. Давайте пооткрываем и попробуем. Давайте так. Места не хватает. Открываем питомцев. Расходнички. Да, немецкий пират, конечно, просто жесть. Еще плюс 5 коробок. Смотрите, ребят, 100к кулаков. Это я получил с настолки. Так, я решил Махатму пока прокачивать. Такс. Поехали дальше. Ну, очищение такое себе. Короче, я хотел собрать розу. В итоге у меня вот 150, и я получил 2 мешка на космо. Я специально накопил еще 1200, чтобы посмотреть, что у нас получится вытащить за одну тычку с пирата. Потому что пират здесь, ну, просто жесть. Раз в 2 недели он есть. Это что-то нереальное. Смотрите. Можно получить оккультиста, мешки зефира, правда, первые, вторые сумки розы, вторые сумки огника, скин. Это просто аут. Поехали. Чик.
Тык-тык-тык-тык-тык-тык-тык. Да, блин, нифига нам не упало. Ну, зато у нас есть два мешка охника. Сейчас мы их оприходуем. Так, сейперат самое интересное. Что там у нас? Бесплатная попытка есть? Да, еще одна, ребят, бесплатная попытка. Вот так вот. Супер. Ну, даже такие плюхи, я считаю, это более чем достаточно для любого донатного и бездонатного аккаунта. Ну, видите, раз на раз не приходится. Зато мы вчера вытащили сумки с огником. Там некоторые писали под прошлым пиратом, что вот хреново падают. Да нифига они хреново не падают, ребят. И сумки питомцев падают. То есть собрать питомцев намного легче. Посмотрите, пятые сумки. Не первые, не вторые, пятые тоже есть. То есть донатные питомцы без доном здесь реально намного проще собрать. Вот, пожалуйста, панчбокс у меня. Феник. Супер. Тейк. Изворот. Так, скин. 35. 35 коробок, еще 100 кулаков. Но я, наверное, скорее всего, эти кулаки оставлю. Попрокачиваю восьмерки на героях. Потому что надо качать таланты тоже. Так, ну что, давайте рискнем, посмотрим, какой шанс на охника, насколько его здесь проще собрать. 15. Это 15? Это на русском сервере, я не знаю, сколько я бегал бы. Еще 30 осколков, ребят. 30 осколков начала охника у нас уже здесь есть. Офигеть. Вот почему не играть на этом сервере? Все то же самое, если знаешь русский сервер, просто заходишь. Вот начало огника у нас уже есть. 30 осколков, ребят, на огника. Я офигею просто. Это просто жесть, а не сервер. Немцы красавчики. Хоть здесь и пишут, что народа мало играет, но... Блин. Пусть играет мало, зато здесь топово. Так, давайте немножко пораставляем. Так, огненько. Кинем сюда пока. О, отлично, Бастик. Бастик фантастик. А кому же его прилепить? У меня тут героев еще таких особо много нету. Каменка поставлю. Сюда Баст. Хотя можно было, ну, по башку бессмысленно собирать. А, так, Химка. Химку я вроде получил вчера, сейчас гляну. Да. Получили мы химочку. Ну, даже я вот только что просрал, по сути, 1200 самов. Но, честно скажу, мне эти расходники больше нравятся, чем на этом. Чем на русском сервере то, что дают там с пирата. Ну, это просто небо и земля. Так, стойкость. Тут у меня на героях. Такого интересного есть. Ну, поставим на одного. Вот это оно, ребятушки. Пакт. Нифига себе. А куда его клеить? Кому? Кому его ставить? Этот пакт, блин. Анубиса нет. Ничего нет. Это жесть, конечно. Поставить на Махатму, она, конечно, будет всех разваливать, но она будет и сливаться намного быстрее. Жесть. Вот я даже, честно говоря, не знаю. По сути, классный талант, но кому его ставить? Вариантов пока я у себя здесь не вижу в алтаре. Даже не знаю. В общем, напишите в комментах, как вы думаете, кому мы поставим пакт. Может, кого-то еще к тому времени выбьем. Можно, конечно, ну, у меня скинов здесь нету. У меня здесь нету скинов. Классный талант, но был бы Анубис, было бы вообще огонь. Так, Анубиса нету. Вариант ПБшка, ну, он на урон не очень. Стрелок, тоже не знаю, на Афину
Там Ремка стоит, Махатма как вариант вместо Берса, чтобы атаковала. Ну и то я даже не знаю, что делать. Еще за книги писали, посмотрите, сколько у меня здесь книг уже. Просто жесть. 44 камня, книги, все, что хочешь. Реально, все, что хочешь, все, что надо тебе для игры, здесь, на этом сервере есть. Как для доната, так и для без доната. Так, там еще вроде... А, форум добавили сегодня здесь, сюда на немке. Добавили ссылочку сразу же на форум. В общем, пишите комменты, ставьте лайки, ждите новых видосиков. Всем удачи, всем пока.